А в ряде регионов нашей страны объявлено штормовое предупреждение. Сегодня на юге, в Алматинской и Жамбылской областях ожидается дождь с переходом в снег, туман, гололед и сильный ветер. А уже 3 января ночная температура в этих регионах упадет местами до минус 15 градусов. Также резкое похолодание синоптики обещают в Кызылординской области. Сегодня в Акмолинскую, Североказахстанскую и Павлодарскую области пришли снег и метель. В ближайшие дни порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду. А еще ожидается понижение температуры ночью до 25, местами до 32 мороза. В столице сейчас снег и сильный ветер.